Alex Dan Pro. И сейчас мы проведем обзор программы для записи видео с экрана телефона или планшета. Итак, я использую программу Screen Recorder. Давайте найдем ее в Play Market. Так, вводим в поиске Play Market Screen Recorder. Не обязательно на английском, можно на русском. И здесь нам сразу же выпадает множество различных программ. Вот, с указанием рейтинга, да, то есть 4.7. Вот в данном случае это у нас вот вторая сверху сейчас стоит. Также есть DU Recorder, да, тут всякие разные. Ранее я использовал программу AZ Screen Recorder, которая вот сейчас идет у нас четвертая сверху. Но почему-то с выходом обновления программа стала работать не то чтобы некорректно, а некачественно. То есть частота кадров снизилась до 6-8 кадров в секунду. То есть, если снимать видео с экрана, делать запись, то у нас картинка как бы подтормаживала постоянно. Хотя ранее такого не было. Причем в особенностях программы это не указывается. Итак, вот запись видео с экрана. Вот такая вот у нас идет Screen Recorder. Итак, какие-то ошибки изменены. Что же здесь есть хорошего в этой программе? Почему я сейчас остановился на ней? Ну, для начала начнем с того, что есть функция, которая позволяет закончить запись, просто встряхнув телефон. В случае необходимости мы не выводим какую-нибудь дополнительную иконку, которая потом появится в нашем видеофайле, а просто встряхиваем телефон, и все будет отлично. Также широкий выбор настроек самих для этой программы. Как разрешение, так и частота кадров. Вот, скрывать можно дополнительную кнопочку. Вот, интуитивное, понятное все наше тут управление. Я думаю, там вы никак не запнетесь в этом плане. Что же еще хотел сказать по поводу установки для самих устройств. То есть программа рассчитана для установки на новые андроиды, то есть там уже 6-е версии и так далее. Потому как они не требуют рут-прав. То есть, если у вас версия 4.2, да, андроида, то необходимо будет рутировать ваше устройство. И, кстати, не факт, что у вас будет корректно работать эта программа. Так как я сталкивался уже с такой проблемой, когда устанавливаешь программу на другие новые, так сказать, устройства тоже. Но у них оперативной памяти было 1 гигабайт, что интересно. И программа не всегда даже включалась. Не то, чтобы как-то записывать, не записывать. Разные эти вот всякие скрин-рекодеры использовал. Вот, и не всегда они вообще появлялись. Причем вот именно этот скрин-рекодер, он иногда даже появлялся. Поэтому, если вы хотите провести хорошую запись с экрана, то используйте устройство, во-первых, с андроидом хорошим, и желательно, чтобы было 2 гигабайта оперативной памяти. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео и оно стало для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Итак, встрял.